не всегда. На этой схеме, значит, обозначены некоторые контексты, в которых можно жить. И, например, один из контекстов – это болезни. То есть человек, который в этом живет, он считает, что он либо болен, либо здоров. Если что-то происходит, какие-то симптомы с ним неприятные, его цель – вылечиться. Большинство медиков живут в этой как бы среде, и медицина вся рассматривает людей так. Следующим уровнем является как бы такой вот контекст нормы. Люди, живущие в этом контексте, используют как бы такие понятия, что хорошо бы жить как все, не хуже, чем у других. То есть они, у них есть некоторое представление, что такое-то, столько-то количество денег – это благополучие, там, иметь такую машину – это благополучие, достижение некоторых результатов и целей своей жизни. Здесь как бы для этих людей уже подходит консультирование, психотерапия, различные тренинги, которые на этом уровне помогают им двигаться из какой-то неблагополучной ситуации в благополучную, как они считают. То, что вот Игорь Николаевич говорил, здесь как раз как бы происходит поддержание гомеостаза, то есть человек чувствует себя дискомфортно, что-то вот ему не нравится, и с помощью терапии может прийти опять в благополучное состояние. Вот. Но благополучие еще не есть счастье. То есть как бы, даже очень благополучных людей время от времени случаются различные духовные кризисы. И к счастью, как мы считаем, ведет смыслообразование. То есть только когда человек начинает находить смыслы, в том числе там, смысл своего существования, только тогда он может стать по-настоящему счастливым. И вот чтобы жить как бы и перейти на уровень смыслообразования, для этого существует игротехника, которая разрабатывалась как методика, которая помогает людям жить в контексте игры, то есть видеть заигрывание и относиться к ним как к шансу, как к чему-то, с чем можно работать. Вот. С чем можно играть все-таки? Работать — это работать, первый, да, контекст. Чем можно играть, потому что заигрывание подразумевает некоторое отношение, оставление ситуации открытой, и большой фактор имеет фактор неопределенности, который мы используем как бы, как элемент технологии в тренингах и упражнениях. То есть один из важных элементов – это личность фасилитатора, который сам должен находиться вот на этом уровне, то есть он должен стремиться не к благополучию, ну там сделать все хорошо и красиво, а играет в этом. И он способен пойти на риск для того, чтобы расшатать гомеостаз человека. Это вот тот случай, когда гомеостаз меняется сознательно для каких-то изменений, которые дают шанс измениться. То есть в этом есть как бы определенный риск, что как бы, человек, чувствуя неблагополучие некоторое, начнет стремиться вот сюда. Но есть и большой шанс, что происходит трансценденция, то есть выход за свои пределы. Человек становится большим, чем он был, более целостным, меняется кардинально. Вот. В этом как бы суть вот игротехнического подхода, который отличается и от терапии, и от консультирования. Вот. Пожалуйста, вопросы. Вопросы есть? А что там происходит?